Приятно. Приятно очень. Роза. Илья. Значит, объясняю для тебя, Денис. Смотрел метод Фитча. Да-да-да, вот так я вас и представляла. Окей. То есть куча людей, вселенных, галактик, и вы одна объединяете всех и делаете им возможность объединить их души. А кем он у вас здесь работает? Типа домовенка, что ли? Да, типа домовенка. Чтобы он подобрее был, вы ему молочко оставляете в блюдечке.